Сразу тебе добро пожаловать. Мы перешли дверь селе Вервулфов, и мы продолжаем на долину Хиру. Достигали. Я не знаю, что-то здесь. Дриппи. Это очень интересный. Интересный имя. А? Что делает? Я не знаю. Это что был? Ну хорошо. Один пещере. Так я сказал, я не думаю, что это хорошая идея, что когда X-Death очень злой волшебник, злой и сильный волшебник возрождали. О, 5000 рублей. Гилов. Очень жаль. Я не думаю, что это хорошая идея, когда он возрождал, что... Что делает? Я не знаю. Мы продолжаем пытаемся спасти один Хиру, потому что это, конечно, это гуманный. Оно гуманнее, если бы мы убивать очень самый высокий огромный что-то на мире. А он отравлен. Да что делаешь? Это нежитый дракон. Я не знаю. Что? Это что был? Это мечный танцует. Голуб, он изучал читером. Должен использовать что-то. Отравление. Ютовитни. А, против Оярде. Я против Оярде. Против Оярде. Против Оярде. Здесь. Очень хорошо. А, в этом сундуке есть кабин. Кабин, конечно, полезный для нас. Очень хорошо. Я хотел, что... Он изменит свой способность, свой класс. О, это нормальный атак. Но когда мечный танцует, о, это очень огромный уровень. Это зомби-дракон, нежитный дракон, не очень сильный, потому что очень медленный. Медленно атакируют. Ну, что делаем с Голуфом? Вор? Нет, достаточно. Мы выдаем, если бы это будет эффективнее или нет. Это очень график по этому месту очень красивый. Нет?
Посмотри, это холм. Холм и гор. Приемте. Они очень слабее. Ну, очень хорошо, что с этим танцом может вылечать. Может вылечать. У меня огромный проблем. И еще холмная песня. Конечно, очень героически. Я думаю, посмотри. Это что-то. Остахон? Я не знаю. Я думаю, что это остахон в фарском языке. В фарском языке. Фарас. Да что? О, я думаю, что я должен, идти на другие пути, потому чтобы я могу открыть эту дверь. Одна минутка. Здравствуйте, это моя ошибка, что в этом месте есть, как одна дыра, и еще я должен говорить, что мы получили новый эспер, что называется голем. Это монстр, что мы атакировал и бежал из нас. Это когда мы в борьбе с другими монстрами и голем, и с големом, он монстр стали атаковать голему. А когда мы убивали других монстров, голем объединил с насом, и мы можем использовать его в борьбе. Ого! Много! 7000. Хорошо! Это очень огромный. Оно, мы не... это хорошо. Я думал, что это рига. Что-то, что называется. Это рычаг. Рычаг будет открыт дверь. Оно нет. Открыл один путь. Я изменил мою работу, конечно, потому что я чувствовал, что мой уровень для работы, класс, был достаточен. И еще... Барт может в этом месте очень полезный, потому что использовать что-то. Использовал Requiem. Это похоронная песня. Это очень полезный. Хорошо. Я не думаю, что это в качестве еще это. Очень хорошо. Очень хорошо. Я думаю, что... И еще я хочу, что Лена достигала уровень 4 уровня.
в качестве не свежий, магикальный, мистический рыцарь. Я чувствовал, что это важнее, что он может выучаться работа монка. Потому что когда мой выучиться один из этого работой, мы можем без имения мы можем использовать свои способности как контратак, как бро эти innate. Я не знаю innate в русском языке, но innate что-то мой без использования. Это нехорошо. Был хороший. Это не очень злой монстр. Конечно, уязи мост против это Requiem. И еще, когда мой атаковаем с угоном. Пожар, угон, очень большой уязвимый мост для этого монстра, что не жидные монстры, очень слабые. Вон он. Так эти. Это очень хорошая идея, что они использовали. Хорошо, он пытался. О, 2000. Неплохо, нет? Неплохо. Не, очень хорошо. Сейчас мы можем Requiem. Это очень сильный песня. Хорошо, что... Но я хочу, что голов изучать. Что образ снаряжения? Airblade. Так просто для самурай. И еще что есть? Коронет. И все. Это хорошее. Я не знаю, а почему не был. Это неплохо. Мы продолжаем в глупом месте этой пещеры. Это очень хороший групп, потому что они не очень сильные, но они дают 3 очки способности очень полезны. Это птица. Это птица не очень. Я хотел, что это убивать. Оно не работало. Не было достаточно, это ошибка. В этом... Я очень слабый, я очень...
менее, не очень много. Я думаю, что это менее, чем что очки здоровья. Потому что поэтому очень слабо, оно ударит это тяжелый. Это тяжелый ударит его. Это бесплатно. И тоже я должен говорить, что это бесплатно. Очень хороший атак против нежитника. Как это? Два очки способности. Борис изучал и следующий. Я не знаю, а что? А, это хорошо. Потому что я думаю, что скоро мы будем один борьба с углов монстром. Посмотрим, оглов монстр есть или нет. Неплохо. Оно, конечно, я не хочу, что... Я не знаю, что эффект есть. А, это хорошо. Землетрясение, конец. Конец этого борьбы. Голуф достигал следующую уровень. А, это Hero Plant, растение Hero. Посмотри. О, что? Это живают. Что? Hero растение атаковать людей. Это изменил монстрами. Это причина, что Hero был умирают. Я не знаю. Но я знаю, что возможно, это монстр против Vitality. Vitality, я знаю, что это эффект. Мы будем что-то. Я хочу голом. А что был? Curse Power, нет. А, это защитник. Он был защитник для нас. Возможно, я думаю, это правильно. А, это хорошо, что это мой медленнее. Вылечение, потому что это эффект этого, это песня. Нет, не был огромный, это хорошо, огромный эффект. Я не знаю, а что должен использовать. Я просто хочу, что они маленькие растения не могут
атаковать нас. Это Тайтан, землетрясение. Ох, полезным. Это хорошо, потому что я думал, что это будет эффективный угон. Оно не было узависимость против этого. А, в этом случае это нам надо. Но это враги ничего не делает. Я не знаю, почему. Это очень слабый был. Легкий. Это легкий борьбы. Растение Гиру. Посмотри. Мой мини... Давай идти не сад, в замок. Конечно. О, очень хорошо. Мой был успешным. Стал успешным. Очень хорошо. Я думаю, что это достаточно для одного видео. Я надеюсь, что тебе нравится мое видео. И тоже посмотрите следующее видео. Пока.